Ребятки, видео будет краткое. Какие колечки использовать? Вот сейчас происходит монтаж крышечки клапанов. И какие можно использовать? Потому что оригинальные очень дорогие. Они порой даже дороже, чем сама прокладка. А есть здесь 15 штук. Вот. Так вот, смотрите. Вот такие можете приобрести. Собственно говоря, корейские кап, так называемые. Это стоимость всего комплекта 60 гривен. 15 колец. Либо же, ребят, либо же поголите, и вы можете, собственно говоря, колечки поставить, либо прийти на рынок и колечки поставить с КамАЗа. В КамАЗе есть такие же точно колечки, только они немножечко больше. Все становится четко, как говорится, по красоте. Так что вот такой лайфхак. Оригинальный я ставил, ребят. Ну, 30 тысяч они потекли. 30 тысяч и оригинальные колечки потекли. Чудес как бы не происходит, это слабое место. Всех двигателей, крышки клапана, клапанов и так далее и тому подобное. Это на 1.5 на Ланосе, на 1.6, на Авео, на Лачете. Везде оно все течет. Даже на Сонатах оно течет. То есть, чтобы вы понимали, везде, где пластиковая крышка. Даже ребята пробовали металлическую ставить. Ну, это все до звезды, ребят. Так что как-то так. Всем добра, бабла. Подписывайтесь на каналчик. Пишите комментарии, какие колечки используете вы. Я вот такие вот. 60 гривен, 15 штук можете поделить. То есть, стоимость очень копеечная. Вот, и, в принципе, нормалевские колечки. Либо же покупайте с КамАЗа. Подписывайтесь на мой инстаграм, тикток и телеграм-группу таксистов города Харькова, мою, ребятки. Я таксист, кто не знает. Также по ссылочке в описании будет, собственно говоря, ссылочка, где вы сможете сделать себе страховочку с 10% скидкой. Ребят, заходите, делайте страховку по промокодику таксику.